Синего ринга Эгержон Кадиров, представляющий Хабаровск. Культурное спортивное общество «Юность России». 5 лет занимается боксом, 51 поединок провел, 46 добился победы. На данном соревновании также ожидал победу. Победитель берется Хабаровского края 2023 года. Его тренируют тренер высшей категории Сергей Собин и мастер спорта международного класса Дмитрий Нестеров. Эгержон Кадиров, Синьон. Спасибо.